Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Барвиха РП Мобайл. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видео. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня, как мы могли понять по названию ролика, я купил себе новую машину, а именно Mercedes E-222, или, нет, просто E-200. На самом деле, это очень крутая машина, и сейчас я нахожусь в особняке нашей банды, и получается, моя машина находится у нас в паркинге, поэтому давайте будем выходить из этого крутого особняка, но на самом деле, это реально очень крутой, получается, вот такой вот особняк, реально, он очень богатый и дорогой, и это круто, что именно у нас такой есть, поэтому, дорогие друзья, если захотите тоже поиграть со мной и вступить в мою банду и быть в нашем особняке, то переходите по ссылочке в описании, качайте игру Барвиха РП Мобайл. Получается, заходите на 4-й сервер, где играю я. Я играю, если что, на 4-м. Он называется Восточный. И когда войдете в игру, обязательно пишите в чат вот так, смотрите, /mm, и у вас выйдет вот такое меню. И вам нужно будет ввести мой промокод. Чтобы его ввести, нужно будет с менюшки этой открыть вкладку 9 промокоды. И тут еще раз нажать на первую, на единичку, промокоды от ютубера. И вот сюда ввести мой промокод хэштег личи. И все. И ты с легкостью попадешь в мой следующий ролик. Очень просто. И ты как бы и в ролик попадешь, и получишь крутой бонус в размере, получается, 150 тысяч рублей. Поэтому успей это сделать. На самом деле это очень круто. Поэтому давайте, в принципе, сейчас погрузимся в нас, точнее, как сказать, по подземный паркинг, и вот тут у нас, собственно, находится наша машина, как видите, она вон стоит вдалеке, и сейчас мы пойдем уже за ней, и буду я вам показывать, что у меня заточила такая крутая. Да, дорогие друзья, это E200, вот такой вот старенький, крутой Mercedes, и, как видите, у него абсолютно очень крутые масштабные диски, и вообще в игре очень сейчас клевая графика. Давайте лучше выйдем на улицу, и там я покажу все прелести машины. Поэтому, транспорт закрыт, он был открытый. Окей, ладно, так, давайте откроем теперь его и поедем уже на улицу, будем показывать вам эту самую тачку и что в ней такого есть, поэтому давайте выбираем сейчас наружу, так, посигналили. А почему сигнал не работает? Если вы в транспорте, посигналите, все, отлично. Как видите, она, пока я был в гараже, она была какого-то такого цвета, знаете, типа серого, но вот когда мы выехали на улицу, сразу можно увидеть, что она в очень таком роскошном белом цвете. И реально машина смотрится премиально. Да, дорогие друзья, она, в принципе, старая, она не новая, но она смотрится очень как-то вот так по-люксовому. Вот прям, не знаю, такая бандитская тачка. Ну, клевая, не знаю, как. Вот лично мне она очень нравится. Я не знаю, что у нее там по салону, салончик ли у нее модернизирован или нет. Ну, такое себе, да, дорогие друзья. Салончика они не особо прокачали, но все равно, ну, нормально, пойдет. В принципе, прикольно, кататься, играть можно, но лучше, конечно, от первого лица наблюдать, собственно говоря, за самой машиной, то, как она выглядит сзади, как спереди, и это мы сегодня будем все, получается, изучать, и я буду рассказывать. Поэтому давайте сейчас, в принципе, выйдем на более такую ровную поверхность, отъедем, получается, от особняка банды, и я ее сейчас, собственно говоря, покажу, что у этой машины есть. В принципе, она ничем не отличается от других старых Мерседесов, но у нее есть очень клевые оригинальные диски, их даже не хочется, в принципе, на что-то другое менять. В своем роде эту машину, вроде бы, как я понимаю, называют очкарик, потому что из-за того, что у нее вот такие вот, получается, круглые фары, и типа она такая ботаник. Но на самом деле, очень крутая машина, у нее есть, получается, даже панорамный люк на крыше, который которым можно воспользоваться, то есть открыть, если тебе там жарко, будет подышать, или я не знаю, для чего он еще делается, но вот так вот. В принципе, машинка реально клевая, она такая, я бы не сказал, что она маленькая, но и не, ну, и небольшая, но у нее размер на самом деле очень внушающий, поэтому давайте, в принципе, сейчас посмотрим, как она будет ехать. Возможно, съездим в детейлинг-центр сейчас, давайте посмотрим сейчас, где у нас находится, так, в GPS, введем детейлинг-центр, и там попробуем что-нибудь
сделать, так, автосалоны и автосервисы и, наверное, детейлинг-центр. Он находится у нас что-то, на самом деле, далеко, 3600 метров. Ну, давайте попробуем посмотреть. Это где, куда нам ехать, собственно говоря. Так. По-моему, это... в принципе, сейчас мы выйдем на трассу, и мы просто будем ехать и выйдем, в принципе. Сейчас, вот, получается, мы налево едем и будем просто ехать прямо. Все время прямо, и все-таки мы доедем до этого места, где мы сможем, ну, заняться ее неким тюнингом и посмотреть, что вообще мы можем с ней делать. Но, по-моему, если не ошибаюсь, там тюнинг очень дорогой, бабок можно потратить очень много. Но я думаю, это того стоит. Мы в любом случае потом сможем эту машину сбагрить, получается, на авторынке и продать, получается, нормально. Так, нам нужно теперь понять, куда нам поворачивать на развилке. По-моему, ехать прямо, собственно говоря. И вот сейчас, как раз-таки, пока мы едем до детейлинг-центра, мы можем замерить, сколько она, получается, может выжить на дороге. Как видите, мы уже едем 150, уже 170. И, в принципе, машинка разгоняется, ну, довольно-таки неплохо. Я не знаю, получится ли у нас быстро доехать или нет. Но, ладно, это уже мелочи жизни. Кстати, она уже 200 нормально прет. Я думаю, она, ее максимальная скорость где-то 250, я думаю. Вот где-то, да, 250 у нее будет скорость. Но уже от 200 она разгоняется очень медленно и не так уж и быстро. По-моему, мы уже доезжаем до самого детейлинг-центра, если я не ошибаюсь. Нам уже... Ой-ой-ой. Так, чуть не врезались куда-то. Так. Теперь нам, собственно говоря, нужно, получается, въехать вот сюда. Ага, нам, получается, нужно ехать через подземный переезд. И вот там, получается, повернуть налево. Все, окей, в принципе, я понял, а как двигаться. И это, в принципе, нормальненько так. Поэтому давайте продолжать. Также, дорогие друзья, досматриваем видос до самого конца, потому что в конце будет находиться кодовое секретное слово, с помощью которого ты сможешь попасть в следующий ролик. Поэтому досматривай и заходите ко мне на Барвиху. Тут очень интересно. Блин, вот на самом деле, вот мне нравится тут ездить. Я последний раз ездил в этом месте, когда покупал эту Тойоту. По-моему, у меня Тойота Супра была. Вот, я на Тойоте Супра сюда ездил, и мне она безумно прям нравилась по вот этой локации ездить. Не знаю, вот тут такая трасса прям для дрифта, не знаю, вот прям тут прикольно ездить. Очень безумно красивая такая GTA-шка тут получается. Ну, давайте, в принципе, уже мы практически доехали до детейлинг-центра. Сейчас, получается, сделаем какой-нибудь ей тюнинг. Если получится, можем ее даже опустить и как-нибудь прокачать. Но это уже сейчас на месте разберемся. Но на самом деле игра безумно клевая, она вот не лагает, вот всегда стабильный стоп FPS. Я думаю, у вас на телефоне будет абсолютно так же, если вы будете играть, потому что игру тянет любой телефон, хоть у тебя Honor, хоть у Meizu, абсолютно разницы нету. Игра мало весит и реально тянет любой телефон, поэтому давайте... Давайте посигналим, и мы можем заезжать. О, детейлинг-центр. Давайте посмотрим, что у нас есть. Можем поменять спойлера. Спойлер стоит сколько? 40 тысяч рублей. Так, блин, тут на самом деле очень много выбора. Очень много выбора различных спойлеров. Ну, не так уж, конечно, много, но, ребят, можно прям сделать нереальный тюнинг. Прям, ну, нереальный тюнинг такой можно в натуре сделать. Это обычный дефолт, это который можешь купить, а можем сделать такой. Давайте купим за... Сколько это стоит? 55 тысяч. Давайте возьмем его. 55 тысяч. Отличненько, комплект сделан. Так, далее делаем, покупаем задний. А получается... Так, выбираем. Ну, как, тут уже, в принципе, разницы особо нету. Так, давайте вот это берем просто и дальше делаем. Так, дальше, расширение. Данный комплект не поддерживается, расширение тоже не поддерживается. Спойлер. А, спойлер тоже не хочет подделать. Ну, ладно, выхлоп, данный компонент не поддерживается вашей машиной. Серьезно, а почему? Разве нельзя? Блин, ладно. Задние фары. Можно, ладно, посмотреть, какие задние фары можно поставить. Можно сделать какие-то вот такие. Но, блин, давайте вот эти красные поставим. Будет, по-моему, клево смотреться. Так, дальше что? У нас есть, наверное, должны же быть передние фары. Так, отличненько. Передние фары. Так, давайте теперь их посмотрим, что у нас тут есть. Отличненько. Так, что у нас тут есть в передних фарах? Что-то я не вижу. Сток. По-моему, что-то оно либо... грузится, а что-то оно не грузится. Передние фары. А, передних фар нету, да? А, нельзя в натуре. А диффузор, что это у нас? Сплит-центр. А где? Я что-то не вижу, где диффузор делается. А что такое диффузор? Я не пойму. И почему он нигде не ставится? Ладно. Окей. Накладка. Это что такое? Давайте посмотрим, что такое накладка и куда она делается. Так. Ага. Это получается где-то...
получается, накладка на задний бампер, да, получается. Жалко, что нельзя камерой крутить. Я не вижу, какую там ставят накладку. Ну, давайте сделаем вот эту, она сколько стоит, выхлоп, диффузор. Давайте вот его поставим, стоит сколько, 30 тысяч. Окей, поставим. Прочее, что у нас дальше идет? Впрочем, у нас что тут? Линзы. А линзы куда ставятся? Блин, жалко, что нельзя вертеть камеру. Я не могу понять, что там делается, собственно говоря. А, так, у нас можно сделать что еще? Ох, сколько там различных всяких прикольчиков. Так, отлично, я понял. Так, во, можно вот эту, я обязательно сделаю расширение. Это я забыл, как называется, но чтобы машину визуально сделать шире. Потом что у нас есть? Можно сделать вот такие вот... А, не очень смотрится. А, лип-спойлер. Так, лип-спойлер, что это такое? Ну, кстати, пойдет. Давайте возьмем лип-спойлер еще, он не так уж дорого стоит. Почему бы не купить? Аудиосистема я не хочу. А дальше что у нас идет? Так, линзы. А куда эти линзы? Где они показываются? Так, я... А, вот тут я могу крутить машину. Так, отличненько. Давайте покрутим машину и посмотрим, что там за линзы нам предлагают. Оо, жесть! Ну, она бомба смотрится. Прям очень бомбово смотрится. Отличненько. Так, дальше что у нас есть? Передний бампер. Мы это делали. И теперь что у нас? Все, в принципе, это все, что мы можем тут сделать в детейлинг-центре. А как же покраска? А, тут, в принципе, покраски нет. Ну, как видите, что мы сделали? Мы сделали другой бампер. Я не знаю, мы заколхозили эту машину или сделали ее лучше. Я вот немножечко сейчас не понимаю. Это можно будет понять, если мы ее перекрасим и сделаем ей какую-нибудь другую краску. Давайте теперь поедем, сделаем ей реально теперь краску. Автосалоны и автосервисы. Теперь мы автопокрасочная. Где автопокрасочная? Так, покрасочная. 42 метра. А, она вот тут, собственно говоря. А, и тут же у нас есть и покрасочная, поэтому давайте прямо в нее и заезжаем. Я думал, что надо куда-то ехать, но вот, мы переместились. Теперь что? Можно, в принципе, посмотреть, какие есть цвета. Можно разукрасить в какой-то вот в такой цвет, сделать ее какого-то цвета, а можно выбрать винилы. Так, у нас тут даже есть предложение по дискам, но я не знаю, диски у нас почему-то не перекрашиваются. Я какие бы ни ставил, но краска у нас не ставится вообще, от слова совсем. Ладно, это нам не важно. Сейчас цвет фар получается. Мы можем сейчас сделать цвет фар какой-нибудь другой, но это, по-моему, очень дорого тоже. Стоит 150 тысяч. Давайте оставим белый цвет. Лучше посмотрим, какие у нас есть винилы. Что мы можем сделать с этим Мерсом Е200. Так, на самом деле очень сложный выбор. Тут можно реально ее затюнить и сделать прям жесть какую тачку. К примеру, ё-моё, можно сделать Луи Виттона. Сколько это стоит? 3 ляма. Тут все очень дорого стоит. Реально все винилы очень такие дорогие. Я не знаю, тут очень много. Можно сделать молнию Маквин даже за сколько тысяч. Ну ладно, это не важно. Самое дешевое у нас получается это вот такая вот. Но я не знаю, что у нас получится. Это сколько стоит? 800 тысяч. А цвет можно выбирать, собственно говоря, этой О, вот они все винилы. Ну блин, такое себе. Ладно, блин, если бы я мог бы менять цвет еще ее, было бы вообще прям круто. Но если я куплю ее, она таким и останется, в принципе. Я не знаю, клево ли это или все-таки нет. Потому что, ну, выбор не особо тут большой. Поэтому я думаю, что лучше всего будет ее сделать просто вот такой вот черной, да? Это вот, мне кажется, будет самое такое грамотное. Потом сделать, если тонировку, тонер тоже, если сделать везде, собственно говоря, или хотя бы лобовое. Так, это все, это уже... так, вот так вот, отличненько. Потом что можно сделать? Теперь куда? Задняя часть. И тоже ее, получается, в хлам затюнить. Вот так вот, отличненько. А дальше на что идет? Это опять, неоновая подсветка. Блин, я бы купил, но такое себе. Очень, на самом деле, дорого. И не факт, что оно окупится. Поэтому, я думаю, в принципе, мы оставили ее черного цвета. Я бы еще диски бы черные бы сделал. Я не знаю, но они не ставятся. Новые параметры были успешно применены, но почему-то диски остались все равно черные. Белые, точнее. Ну, я думаю, в принципе, хватит. Вот так, блин, ну получилась пушечная тачка, дорогие друзья. Я не знаю, как вам, но лично мне она очень сильно нравится. Я думаю, что по-любому я ее смогу кому-нибудь все равно пихнуть и продать этот Мерс или, возможно, на что-нибудь даже обменять. Я думаю, что реально получился очень хороший тюнинг, ребят. Мы, получается, купили тачку и сделали нереальный тюнинг для нее.
Поэтому, дорогие друзья, если вам понравился ролик, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх, пишите свои крутые комментарии, а кодовое слово будет в этом ролике «Ботаник». Все, кто напишет слово «Ботаник», обязательно попадут в мое следующее видео. А также обязательно играйте на Барвике на 4-м сервере вместе со мной. Скачивайте по ссылочке в описании, игра абсолютно бесплатная, и ее потянет любой телефон. Ну а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Личи, и всем до скорых встреч!